привет! Сегодня снимаем Subaru Forester Turbo XT комплектация. Сегодня также поговорим, что можно привезти быстро из Японии. И еще у меня для вас плохие новости от Subaru. Поехали! У нас Subaru Forester комплектация XT iSight с мотором FA20 на 280 лошадей. У официалов те же самые Форестеры продаются с 241 лошадью, специально подушенные под российский рынок. Потому что на 280 лошадей налог 42 тысячи рублей, а на 241 всего лишь 18 тысяч. Конечно же, выгоднее купить 241 лошадь. Под капотом у нас FA20. 280 лошадей. Леворк с тем же самым мотором выдает 300 сил. Те же самые моторы вы можете найти в Legacy B4, вы можете найти их в Леворках двухлитровых. Если почитать форумы и посмотреть YouTube, то мотор FA20, как всегда, субаристам не заходит. Они говорят, что он жрет масло, у него какие-то там проблемы, благо уже не говорят про стук, про который любят постоянно говорить субаристы. Я не знаю, японцы меняют масло каждые 5000, и даже если дубасить, ну, может быть, мотор ввиду очень больших нагрузок, он, может быть, подъедает масло, но нельзя сказать, что там есть масложор. И ребята, которые ездят на таких моторах, у меня есть знакомый в Хабаровске, который ездит на Turbo Forester, он от замены до замены каждые 5000 меняет, иногда даже на 4000, когда у него летом какие-то постоянно прохваты, он дубасит, он меняет почаще. Вот, в общем, по моему мнению, нормальный мотор. Покупайте машины без пробега, покупайте из-под японца, который менял в своей Японии масло каждые 5000, либо возьмите пробег 20 тысяч какой-нибудь, 15 тысяч. Мы привозили Forester с 7000 пробега. Turbo Forester, у нас есть обзор на YouTube, но это дорого. 1 750 000 конечная цена в России. Этот экземпляр стоит 1 300 000, у него пробег 89 тысяч, но он живой. Ребят, в салоне Forester мне, честно говоря, не очень нравится. Да, здесь компьютер, который также все показывает, сколько у вас давит турбина. Режимы у нас здесь есть еще X-Mode, который помогает спускаться с горы без нажатия на педали. Что хочется сказать по салону. Все Форестеры в комплектации XT, они идут iSight. У них есть камеры, которые следят за полосой, которые следят за препятствиями. Что я бы сделал бы на месте в Subaru? Я бы сделал бы одну комплектацию, где я бы поставил бы прям хорошие ковши. Запартнерился бы с Рикара, либо со Спарка. Сделал бы ковши, которые прям тебя обжимают, когда ты садишься, и у тебя боковая поддержка везде. Сделал бы руль какой-нибудь из Алькантары. Я бы сделал бы еще стойки Бильштейн, чтобы вообще эта машина была прям жесткой, чтобы ты вот если дубасишь, то у тебя вообще нету никакого крена. Эта машина была бы для конкретных экстремалов. Но сейчас даже в комплектации XT 280 лошадей эта машина все равно гражданская. Да, она может понаваливать, да, она в меру жесткая, но все-таки эта машина не стоит так, как стоит Impreza либо Levorg. Ощущения от езды на Форестере непередаваемые. Я вот себя чувствую, я не знаю, каким-то суперменом. И тебе не передает такой кайф даже Лексусы, там, RX-ы, GX-ы равные, LX-ы. И даже в интеллигенте, это когда у вас выключена турбина, эта машина наваливает. Буквально ты нажимаешь, все, пошел. Пошел, мгновенно набирает скорость. И в этом его крутость. Двушка атмосферная никогда так не стартанет и никогда не даст таких эмоций. Непередаваемое ощущение. И я еще кайфую от того, что я понимаю, что на этой машине я просто вот так вот с асфальта руля дергаю и ухожу вон в тот лес. И ему это вообще
он без проблем туда заедет. Клиренс 220 миллиметров дает вам свободу передвижения практически по всем каким-то плохим дорогам, ухабам. Вы проедете к любому месту. Но в Приморье вы можете все Приморье излазить на этом Форестере в поиске красивых диких мест. Это лучшая машина в классе среднеразмерных кроссоверов. Именно турбо-версия. Атмосферка просто скучная до безобразия. Ребята, у меня хорошая для вас новость. С июля 2018 года Subaru сделали гибридный Forester. Наконец-то! Я все думал, почему есть Impreza XV, Subaru XV, ее по-простому называют без Impreza. Она есть на гибриде, на моторе FB20, полный привод через карданы. Я думал, блин, почему они не могут сделать форики гибридную установку? И вот они ее сделали, она получила 10 кВт, небольшая. Она также будет снизу подкручивать бензиновый ДВС, помогать ему трогаться. Система старт-стоп будет. 10 кВт немного, но уже хотя бы гибридная технология добралась до лесника. И тут же есть плохая новость. Турбо-версия пропала. Все, турбо-форестеров не будет. Какой вывод? Что четвертое поколение рестайлинг — это последняя версия турбо-форестеров. На данный момент пока все, пока нету турбо-фориков ни в Японии, ни у официалов. В общем, из Японии мы можем привезти гибридную версию, двушка, 10 кВт, мощность гибридной установки 145 сил. И также у них идет версия на 2.5 моторе, FB25 мотор, 184 лошади, ну, соответственно, везде полный привод. Для российского автолюбителя это не очень хорошая модель, потому что 2.5 мотор — это большая растаможка. Форики ценились за то, что у них относительно небольшой мотор, 2 литра, и у них либо ты покупаешь атмосферку, там 148 сил, либо ты покупаешь царский 280 сил и платишь всего лишь таможню за 2-литровый мотор. Все, пятое поколение, турбофария нету. Спешите за этими красавчиками. Перед съемками этого видео мы в Инстаграме сделали маленький опрос, почему люди не покупают турбофорестеров, но в большом количестве. То есть мы буквально возим одного в полгода. И люди пишут, это налог. Всех смущает налог. Официалы продают форика 241 лошадь на моторе FA20. То есть там тоже стоит турбина, и он задушен под российский налог. И у вас налог получается 18 тысяч, а японский Форестер имеет 208 лошадей на таком же моторе FA20. Друзья, какие Форестеры нам доступны? Самый простой вариант — это на вариаторе 148 лошадей, двушка, атмосферка, и они начинаются где-то от 1 050 000. Это четвертое поколение. Есть версия на шестиступой механике у Форестеров. У нас есть обзор, ссылочка будет внизу. Это интересная машина. Если у вас город не такой большой, у вас нету пробок и вы любите механику, она вас не смущает, я вам рекомендую версию этого автомобиля на механике. Она стоит подороже, кстати, потому что это, наверное, единственный кроссовер, который сейчас идет на механике и на 2-литровом моторе. Они начинаются где-то от 1 150 000, подороже, чем автомат. И есть 280-сильная версия на моторе FA20, как вот за моей спиной Форестер. Данный экземпляр стоит 1 300 000, но есть варианты. Самый старт за Turbo Forester 1 100 000. Пробег ближе к сотне, но сам факт — такая цена. У вас будут все камеры, это будет комплектация EyeSight. Камеры есть во всех турбофарях. В общем, у Форестера на самом деле есть очень много конкурентов. Это X-Trail. X-Trail есть на гибриде. Это Outlander, это Vezel, это Subaru XV, та же самая. У Toyota, в принципе, сейчас кроссоверов каких-то особо не осталось. Это есть Harrier, но это очень дорогой сегмент. Есть Toyota Rush, но это вообще другой класс. Это маленький кроссовер. В общем, как бы
хватает на самом деле конкурентов маленького размера, и среднего, и большого. И что самое главное, вы можете выбрать разные комплектации. Хотите на коже, хотите на обвесах, хотите всю затыканную камеру лампочками. В общем, в Японии, как всегда, есть что выбрать, а особенно в кроссоверах. Ребят, если у вас есть вопросы по Форестам, по любым другим вообще кроссоверам, звоните нам. Пока. Компания «Сферокар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сферокар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.